Всем привет, друзья! Сразу же хочу извиниться, что на заднем плане нету никаких тряпок гламурных и так далее, как у других блогеров. Поэтому поехали. Сегодня я вам хочу рассказать 9 принципов диеты для сохранения или получения рельефности тела. Чтобы быть рельефным, как я, нужно, короче, выполнять 9 пунктов. И я, скорее всего, буду читать, потому что их много, и если я буду читать, то это гораздо меньше времени займет для вас и для меня. Так что поехали. Первый пункт. Завтрак должен быть плотным, но без молока. Молоко содержит много сахара, который поспешит отложиться на животе в виде жира. Хорошо подходит гречневая, льняная и также каша с сухофруктами. Хорошее решение – это хлопья. Чистые, необработанные. Без добавок. Хлопья не обязательно варить, их также можно заварить в кипятке. Особенно хороши для диеты на рельеф ячменные, гречневые и пшеничные хлопья. 100-200 грамм хлопьев с изюмом, залитый кипятком и стакан свежевыжатого сока – это отличный завтрак. Второе. Основная диета – это медленные углеводы. Это основа диеты. Ориентируйтесь на таблицу гликемических индексов или на специальные таблицы для кето-диеты. Их можно посмотреть в интернете, это не проблема. Старайтесь выбрать на гарнир крупы с невысоким гликемическим индексом. Это гречи, необработанный бурый рис, дикий рис, чечевица, фасоль и рисовая лапша. Забудьте про белый рис. Это не для рельефа, это для набора массы больше. Аналогично дела обстоят и с суши. Не верьте сайтам по фитнесу, где хвалят суши, как диетический продукт. Суши хороши только для набора массы. Третий пункт. Увеличьте в своем рационе долю рыбы, мяса и морепродуктов. Это полезный источник белка и аминокислот, который легко забьет голод и никогда не отложится в жир, плюс подпитает ваши мышцы. Хорошо подходит нежирная рыба, креветки, кальмары, куриная грудка без ножки. Ой, без кожи, блин. Мясо лучше паровое, можно тушеное. Никаких копченостей, колбас или сосисок. Четвертый пункт. Больше растительных жиров. Старайтесь сократить жирную мясную пищу, заменив жиры на растительные. Например, на ужин можно съесть салат из яичных белков, креветок и листьев салата, приправленный оливковым, ореховым или подсолнечным маслом. Вот эти все масла, они очень полезны, потому что там содержатся растительные жиры, которые только благоприятно влияют на ваш организм. Пятый пункт. Избирательно употребляйте молочные продукты. Из допустимых – твердые сорта сыра, обезжиренный творог. Шестой пункт. Исключите сахар. Сахар – это враг рельефа, это правда. Поскольку транспорт и расщепление жиров происходит только при низком уровне сахара в крови, в противном случае начинает вырабатываться инсулин, который утилизирует избыточные углеводы в жир. Немного сладкого допустимо в виде меда или горького шоколада. Не менее 70% какао должно содержаться в этих шоколадках, собственно. Седьмой пункт. Откажитесь от сдобы. Допустимо немного хлеба из муки твердого помола. Никаких дрожжевых выпечек, тортов, пирогов и чизкейков. Что все очень любят, к сожалению, этого нельзя. Восьмой пункт. Уберите пищевой мусор. К нему относятся соусы, майонез, кетчуп. В качестве замены можно использовать соевый соус, лимонный сок, немного яблочного уксуса. Также к мусору относятся сладкие газированные напитки. Это правда такой бред. Сухарики, чипсы, сладкие соленые орехи. Эту всю бредятину вообще есть нельзя. Для вашего здоровья, вообще, чтобы вы не умерли от этой фигни, не ешьте вообще. Даже если вы не хотите рельеф, не кушайте, пожалуйста. Можно употреблять немного несоленого арахиса, миндаля и фундука. Вот. Теперь девятый пункт, последний. Он маленький. Исключите крахмалистые овощи и сладкие фрукты. Что к ним относится? Это картофель, морковь, виноград, хурма, поскольку крахмал очень плохо усваивается. Вот, друзья,
Это 9 пунктов, которые я в описании выставлю, чтобы вы могли еще раз прочитать, если не хотите меня слушать. Вот, короче, эти все пункты нужно выполнять, они очень важны. Если вы будете выполнять их все, то у вас тогда будет рельефное тело, красивое тело, и вы не будете набирать лишнюю массу, да, только мышцы. Вот. И, конечно же, не умрете от гастрита и от всякой фигни, потому что вы исключите всю вредную продукцию для вашего организма, собственно, для желудка, для печени и так далее, и для кишечника. Вот, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам нравятся такие познавательные видео, где я сижу и разговариваю с вами просто, или читаю, то просто ставьте лайки, пишите в комментариях, что хотите еще услышать. И до скорой встречи! Всем пока!